Так, ну что, друзья, всем привет. Я надеюсь, вы не успели соскучиться, как мы выпустили новое видео. Мы едем в Германию забирать Volkswagen, который мы купили в предыдущем видео, вы видели. И пытаться выполнить несколько заказов. Это и Санта-Фешка, это и Меган, и Тусон. Вы уже знаете, что есть несколько вариантов покупок автомобилей. Можно искать хорошую машину, а можно приехать в Бремен, в Литву, ходить по базару и среди того, что купили люди, искать самый лучший вариант. Мы выбрали вариант поиска автомобилей во всей Европе, потому что иногда бывает вариант в Швейцарии, иногда бывает в Бельгии, иногда в Голландии. Шкоду мы в прошлый раз взяли ниже рыночной цены, поэтому нам с ней повезло. Сейчас, например, такой Шкоды в ценовой политике нету. Как-то нам повезло взять Hyundai Santa Fe. Тоже до сих пор нету такой цены. Просто повезло взять хорошую машину. Мы с ребятами недавно встречались. Машина им понравилась, катаются. Были, конечно же, нюансы. Там устранение каких-то сальничков за 60 гривен. Поменяли ГРМ, не выкручивалась свеча одна. То есть, ребят, бэушная машина есть бэушная машина. Поэтому, если вы себя настраиваете, что вы купили машину, которой 10 лет, и прям вообще ничего делать не надо, это заблуждение однозначно. Это откровенно. Даже машина, которая эксплуатировалась 5 лет по Европе, все равно требует какого-то обслуживания. Да, хочу сказать спасибо. Огромное спасибо всем за комментарии, за звонки, за приятные слова, за доверие. Ребята, честно, мотивация просто брать камеру и снимать. Потому что иногда это зависит от настроения. Вот мы сегодня выехали, планировали выехать вчера. А получилось, брокер нас с документами подвел, и мы выезжаем сегодня. Планировали в 9 утра, выехали в 8 вечера. Понимаете, сколько дней у нас уже пропало. Ну, самое главное, это здоровые, невредимые вернуться с командировки. Все остальное, это мелкие сложности, так сказать. Да, кстати, ребята, продолжаем рубрику информации от наших подписчиков. У нас есть клиент, который когда-то мы со Швейцарии пригоняли S-Max Ford. Парень купил, поделился информацией, что за все время он поменял только генератор, если я не ошибаюсь. Или обслужил генератор. То бишь, вообще, говорит, ничего не делал, ни по ходовой, ничего, только генератор. И он накатал, по-моему, 50 или 60 тысяч на нем уже. Почему он к нам обратился? Этот потоп, который вы видели у нас на видео, мы, конечно, снимали, смеялись, но мы еще не понимали, что начинается большой потоп, можно сказать, БП, да? Большой потоп, о, пожалуйста. И когда люди убегали, они, наверное, понимали, что надо бежать. А мы с Игорем смеемся, стоим, вода поднимается, а мы себе ха-ха-хи-хи. Теперь я понимаю, насколько это серьезно. Оказывается, в Киеве тоже был потоп. В районе Виноградара у них в семье утонуло целых две машины. Представляете? Сейчас они их реанимируют, спасают, сушат. И прислал мне видео, я сейчас его вам покажу. Hyundai Tucson 2010 года сгнила там, где багажник, низ. Говорят, как оказалось, очень тонкий. Я не знаю, ли это фишка украинских тусонов, или проблема из-за того, что стоял газ, или это эксплуатация в Украине, я не знаю. Но, ну, скажем, нидерландские тусоны так, по крайней мере, ну, не гниют, как по мне. Там даже признаков ржавчины такой, прям вот, понимаете? Вот. И у человека утонуло две машины, и вот он нас просит пригнать автомобиль на автомате. Будем пробовать, но влезть в бюджет. Опять самая основная, ребята, проблема — это бюджет. Вот я вам объясню. Человек мне скидывает авторио 7000 автомобиль. Я открываю голландский сайт, 300 пробега. И такой бюджет я могу сделать. 300 пробега. Нет, человек говорит 200. Я говорю, ну все. Ну. Для чего техника нашла? Лучше спереди. Лучше, да. Лучше спасти. Друзья, доброе утро. Мы на венгерской границе. Сейчас вам покажу то, что я никогда не видел. Туалет на курьих, на колесиках, на колесеньких ножках. Кто-нибудь видел? На курьих колесиках. Кто-то видел туалет на колесиках? Теперь вы видели все. Только что подошла гражданинка Австрии и говорит...
Ребята, они же не работают. Тут так всегда? Вы тут часто ездите? Я уже 20 лет в Австрии живу, говорит, такого еще давно не видел. Я говорю, да, каждую неделю тут. Говорит, они же ничего не делают, они же просто стоят. Они работают, они пахари. Друзья, я думал, я видел все. Граница, туалет на колесиках. Кто-нибудь такое когда-нибудь видел? Еще и с номерами. Ты когда-нибудь туалет на колесиках видел? Не рекомендую заходить, только на задержке дыхания. Теперь, ребята, внимание. Почему нас не пустили по польской и зеленой карте? Потому что там не было написано СБУ МТ. Мы прошли кордон. Все нормально, прошли быстро, да? Буквально за пару часиков. Нас 4 человека в машине. Есть задача, будем пытаться ее выполнять. Ну, а какое видео получится, оставайтесь так. Колеса. Колеса. В Венгрии колеса. Не, ну там-то мусорка, ну что не так. Так что оставайтесь с нами, мы поехали. Вечеря в Австрии. Скромно кушаем. Ничего себе скромно. Вот сало провезли, контрабанда. Это вам не через Польшу, ребята. Раньше никогда не боялся подобных тучек, а сейчас уже так немножко напрягает. Как в Австрии с пластиком борются, чтобы пластик не валялся на улице. Вот такие огромные, серьезные маски. Это все лишние 10 килограмм твои. Все. Так, доброе утро. Мы едем к частнику смотреть дачу Duster 2014 года. Человек нам просил ее найти еще с прошлой поездки, но не было по бюджету, по годам, по параметрам автомобиля, потому что очень часто люди просят ограниченный бюджет, года, комплектация, и не получается найти такую машину. Мы в Германии сейчас. Какой город, Игорь? Бухло. Не, серьезно. Ну, серьезно? Мы в районе Мюнхена, сейчас в Германии. Далее будем ехать в Нидерланды. У нас будет встреча с человеком по машинам с лизинга. И просмотр, если получится забронировать, Тусон. 9-го года, кажется, или 8-го. О, немец 741 уже не спит. В принципе, нормальная. Zahnriemen neu, Wasserpumpe neu, was habe ich noch alles gemacht? Glühkerze neu, jetzt eine Woche mit Ersatzteile, Aufbau, komplett neu. Die ist immer hier, Renault Fischer. Immer Garantie. Ist das so? Das ist normal. Ah, okay. 140. Она в заводе пока, Игорь. Предварительный осмотр без тест-драйва. Да, машина мне нравится. Машина 14 года, машина дизельная, машина небольшой пробег. Машина от немца коренного, от хозяина. Живет достаточно скромно, вам хочу сказать, ребят. Не все Германия золото, как я хочу сказать. Но люди живут не богато, но люди живут чисто, ребят. Вот это мне очень нравится. Класс. А что за фирма? Априла. Априла? Априла, да. А это КТМ, это вообще, блин.
Да такой красавчик! Лима? Я. Genau. Genau. Тики одна штука. А ну откройте капот. Вона хорошенька. Вона вся хорошая. This is Dacia, this is a luck quest. Мотошкола у человека была. И смотрите, что такое Duster, ребята. Вот будьте готовы, если вы хотите Duster. И вот так, видите? Вот это Duster, ребята. Ну, это там, где дворники. Да, ну и вот здесь вот. И это все родная краска. Вот. Ну, это все кисточки. А так, в целом, машина, как по мне, очень неплохая. Сколы, естественно, есть. Аккуратненькая, чистенькая. Ну, здесь уже посимпатичнее сделали, конечно. Сиденья аккуратненькие. Хорошая машина, честная, живая машина. Это у меня. Ну, это Duster, конечно, уже другой. Я тебе скажу, да, Сан? Угу. Уже, конечно, от него, как ни крути, улучшили. Популярная в Украине машинка. Я понимаю, почему она популярная, потому что 1.5 дизельный мотор, который заслужил хорошую славу. Экономный, надежный. Ну и Duster для наших дорог, ребята, высокий. Продается вот такая Volvo XC90 на автомате от хозяина 160 пробега. Мы у него покупаем Duster, и вот пока мы поехали с ним оформлять Duster, он нам говорит, что я еще эту машину продаю. Он распродает все. Дом продает, машины продает, мотошколу продает. И вот, собственно говоря, смотрите, он сам охотник, но я вам скажу, машина выглядит без царапин, без вмятин. Не знаю, как он на ней на охоту ездил, что там за охота. Какая-то европейская. Вот, поэтому если интересна такая машинка, пишите. Геоточка, адрес немца есть. Машину мы так визуально смотрели. Состояние очень, очень неплохое. А сейчас идем оформлять Duster. Смотрите, для детей как сделали, чтобы дети не скучали в сервисном центре. И какие классные. Реально. Смотри, в каких условиях человек работает. Фиксики. Все, цепляем номера. У нас два ключа. Резина новая, ёпта. Так, человек дает резину нам. This is Oma. Nice, this is good. Так, человек дает резину. Подожди, я просто не могу понять. Это он дает лето? Лето, да? А зима там? Так это тоже зима? Или что это? Это... У них есть полузима, понимаешь? Бачишь, у них тут... Нет, пацаны, я не знаю, я не знаю. Я еще прицепну. Так, это вообще офигенная резина. Он еще и козырьки дал. Фарку в комплекте. Там крат. Все на месте. Аварийный знак есть. Все есть. Все, Russian гума. Давай, может, все грязнейшую можно. Да. Да? А получится? А я не знаю. Может и получится. Еще резину просто. Человек отдает комплект. Ну тут комплект лета нормальный. Ну еще такое надо катать на зиму. Ставим запасочку. Ставим запасочку. Легким движением в руке. Да. Коль, ты будешь тут закручивать? Окей.
А я буду сейчас. Ну вон там. Ще не надо. Мастер-класс от Александра, как ставить запасное колесо в полевых условиях. Все, теперь есть запасное колесо. Это очень хорошо. Ключа туда вставлю. Ага, да. Ключ. Все. Ума сойти. Данкишон. Да. Дисфонд. А це що, диск щеплення? Це диски просто тормозні. Окной, колесной. Сюди став. Так, чоловік дає ще тормозні диски і... Да. Да, комплект. Це назад, це наперед і тормозні за диск. Да. Мы купили машину у такого замечательного человека. Он плачет, отправляет нам свою машину. Да, машина от хозяина. Да, да. Так что очень приятная покупка от первого лица. Супер. Я очень доволен. И что машина отправляется в Украину. Дал кучу запчастей, колес людям. Ну, супер. Классная покупка. Спасибо. Спасибо. Viel Spaß beim Heimfahren. Danke. Скажи, що дог хоче їсти, я розумію собачу. Tonight. Що він сказав? Помахав рукою. Нормальний такий. Да. 32 тисячі. Та вони все нормально взяли. Апарата. То що треба. Чого він не в повороті в'їздить? А потім буде розказувати, що розстрілювати когось треба. Хто зараз? Ігор. Значить, Ігоря розстрілюємо. Ну, Колька такий, що він би всіх розстрілював. Що ми кушаємо? Ми кушаємо кашку. Плов. Да. І будемо їхати на Нідерланди. Ага. Любитель поїсти. Та я теж люблю пожрати. Його не любить, ребята. Все, відправляємо Дастер в Україну. Щасливої дороги, Саня. Давай, спасибо. Двери не закрыл.